Здравствуйте, дорогие автолюбители. Регулировка подсветки на магнитолах, на процессорах, на новой прошивке, где используется пароль 3368, скажем так. Обычно сюда устанавливаются дисплеи 1200 на 720, либо это модели, которые идут более высокого класса, ну, например, Jetson V3 Pro. Заходим в инженерное меню, все очень просто. Для этого заходим в установки автомобиля, заводские. И напомню, наш пароль там был очень простой, 3368. Иногда подсветки не хватает, и здесь есть такое вот меню. Меню называется «Тонкие настройки». Так, сейчас, секундочку, вот подсветка. Может немножко по-другому отличаться. Регулировка тока. Подсветки. Сразу предупреждаю, это очень опасное меню, вы можете убить свой дисплей, если увеличите сильно параметры. Он начнет выгорать по краям, поэтому, соответственно, он стоит под паролем, так как это не будет потом гарантийным случаем. 3368. Пароль правильный. Когда пароль введен, вы можете открыть это меню. И тогда, меняя вот минимальные параметры, подсветки дисплея максимальные, вы можете изменить то, что вам нужно, то, что вы хотите, в каком диапазоне. Подсветку можно поставить очень ярко, но запомните, это убивает ваш дисплей. Но в некоторых случаях это просто необходимо. Вот видите, даже моя камера не хочет реагировать. Так, снимаем. Итак, зайти легко. Инженерное меню, пароль 3368. Дальше настройка, либо регулировка тонкой подсветки. Снова пароль 3368. И дальше будьте осторожны. Но это можно сделать тем, кому это нужно.